Час уже пробил. Последние минуты утекают без следа. Мне жаль расставаться, но время подходит к концу. Мне осталось не так много времени. Но, увы, я скоро отсюда уйду. Мне осталось лишь последнее задание. Вернуть равновесие в этом мире. Так сказали древние. Я вынужден подчиниться. Но при этом я спасу этот мир. И отец будет мною гордиться. Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Skyrim, гильдии и гильдия магов. Мирабелла и Эрвин. Прошу, обращайся к архимагу только в случае крайней необходимости. Что тебе известно о посохе Магнуса? Странный вопрос. Почему ты хочешь это узнать? Он может быть связан с оком. Что? Око Магнуса? Я признаю, что эта вещь, эта сфера весьма впечатляет. Уникальная вещь, наверняка заслуживает исследования. Но не стоит делать преждевременных выводов или преувеличивать ее ценность, пока мы ни в чем не уверены. Оком Магнуса назвал его Авгур, а не я. Авгур? Да во что же ты такое ввязываешься? Что бы тут ни происходило, в любом случае, не забывай об осторожности. Прошу прощения, вернемся к посоху. Что ж, говорят, что эта могущественная вещь может вместить неимоверное количество магической энергии, если верить легенде. Но это же просто сказание. Я не сомневаюсь, что он действительно существует, но никто его не видел уже десятки лет. Или дольше. Точно не знаю. На моей памяти о нем упоминали единственный раз, когда несколько месяцев назад появились эти личности из Синода. Синод? Это что такое? Маги из Сиродила. Они последние несколько сот лет строили из себя имперскую коллегию магов. Насколько я понимаю, меня туда даже не пустили. Бурную деятельность и выпрашивают подачки у императора. Много политики, мало магии. Я очень удивилась, когда увидела их у нас на пороге. Они были очень вежливы, но их расспросы меня обеспокоили. Стало понятно, что они охотятся на могущественные артефакты. Ищут то, что может способствовать укреплению власти. Значит, никто не знает, где находится посох, так? Никто из нас не знает. Синод, похоже, убежден, что он где-то в Скайриме. Они расспрашивали про руины Мзулфта, но больше я ничего не припомню. Похоже было, что они собирались туда отправиться, хотя и не сказали зачем. Полагаю, если ты намереваешься отыскать посох, они могут все еще быть в Мзулфте. Но не жди от них помощи. Значит, Мзулфт. Тогда мой путь лежит туда. Старинные развалины. Две мирских городов. Они таят в себе множество тайн и опасностей. Что же ждет меня здесь? Кристалл исчез. Найди Парата в акулатории. Представился. По ходе исследований. Что ж за книжица? Дремеры были мастерами механизмов и ловушек.
Ну что ж. На вас не действует моя магия. Хотя постойте, у меня же есть специальная магия, специально для вас. Посмотрим, как вы справитесь с этим. Ловушки, механизмы. Странная ловушка уровня адепт. Даже мне не поддается. Чертовы две мерзкие пауки. Я должен двигаться. Нельзя терять времени. Неужто корусы? Эти твари из глубин, служащие фалмерам. Очень жаль. Исследователям здесь не повезло. Но по крайней мере на этих тварях я смогу использовать свою магию. А вот и следы фалмеров. Мерзкие твари, проклятые самыми богами. По делу он вам. Мерзкие слизняки! Вы превратитесь в пепел. Отвратительно. Просто отвратительно. Выходите! Выходите из ваших нор!
Куда ты убегаешь, жалкий червяк? Я почти пришел. Вы мне не ровня. Ничего важного. Но я должен обследовать эти руины. Тут должны быть подсказки. Выходи, тварь! Даже от Центуриона почти ничего не осталось. Это ты? Я почти потерял надежду. Сейчас открою. Открывай. Что за... Нужно что-то? Ты кто такой? Что ты тут делаешь? Что случилось с Гавросом? Твой друг Гаврос мертв. Это все фалмеры, не так ли? Чтоб их, они все испортили. Если Гаврос погиб, надежды нет. Он должен был вернуться с кристаллом. Без него все наши усилия, считай, пошли прахом. А ты, если ты охотишься тут за сокровищами, знаниями или еще чем-то, боюсь, зря тратишь время. Что такое с этим кристаллом? В первый раз он не сработал. Я пытался сказать Гаврусу, но он не стал слушать. Сказал, нет, не настолько холодно.
Ну и я оказался прав, не так ли? Когда мы сюда пришли, фокусировка была совсем неправильная. Искажена из-за холода. Гаврусу пришлось тащить его обратно в Сиродил. А мы остались здесь отбиваться от проклятущих фалмеров. Зачем нужен этот кристалл? Это была гениальная идея, честно. По большей части моя, но все почести достались Гаврусу. Но это секрет. Официальное дело Синода. Я не могу об этом говорить. Я ищу посох Магнуса. В самом деле? Что ж, боюсь, я тут ничем тебе не помогу. Чтобы сделать что-то полезное, мне нужен кристалл, а у меня его нет. Я найду его. Не знаю, какой помощи ты от меня ждешь, но если ты сможешь найти кристалл, я буду очень благодарен. Значит, фалмеры утащили его. Может, я найду его на трупе одного из них? Это он и есть? Тот самый фокусировочный кристалл? Твоя безделушка валялась у тебя прямо под дверями. Пожалуйста, скажи мне... Ха! Неужели? Я уже начал думать, что Гаврус ушел и дал себя убить, только чтобы позлить меня. Что ж, пока тут бродят фалмеры, я не могу сделать это все в одиночку. Думаю, тебе придется пойти со мной. Я все объясню по дороге. Что ж, пошли. Сказал Гаврус. Я первый это придумал. Когда я вернусь, совет об этом узнает. Это я придумал использовать эту окулаторию. Не знаю, как ее называли двемеры. Наверняка как-то совсем непроизносимо. Все наши исследования показывают, что двемеры стремились проникнуть в природу божественного. Все эти приборы были сделаны для того, чтобы собирать звездный свет, а затем, точно не знаю, как-то расщеплять его. Это я придумал заменить один из главных элементов нашим фокусирующим кристаллом. На это ушли месяцы наложения чар. Будем надеяться, что в этот раз все сделали правильно. Надеюсь, что так. Вот. Великолепно, не правда ли? Сколько труда было вложено, чтобы запустить его снова. Я лишь надеюсь, что дело того стоило. Помести кристалл в центральный аппарат, и мы начнем его фокусировать. Тебе от меня что-то нужно? И как ты мне прикажешь это сделать? Пламя и обморожение? Магия? Ладно. Надеюсь, что я прав. Что это? Это совсем не то, что должно было получиться. Эта проекция должна светиться, как ночное небо. Откуда-то исходят невероятные помехи. Похоже, они идут из Винтерхолда.
Что ты делаешь? Это что, попытка сорвать мою работу? Так в чем дело? Что вы наделали? Вы хоть знали, чего мы добиваемся? Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал, и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты появляешься здесь, когда наша работа близка к завершению. А я теперь не могу получить никаких результатов из-за вашей коллегии. Держишь меня за идиота? Думаешь, я слишком глуп и не понимаю, что и с чем связано? Вы погубили мою работу. Как тебе это удалось? Почему ты так волнуешься? Посмотри! Он должен гореть ярче ночного неба, но не горит. Ясно, что вы что-то такое сделали. Или у вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это? Я не собираюсь отвечать на это. Значит, я не ошибся. Намеренно вы действовали или нет, это подводит нас к некоторым интересным выводам. О чем это ты? Ты что-то ищешь, да? Посох Магнуса. Что ж, если даже ты пытаешься погубить мою работу, тут еще есть что изучать. Я не могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вызнал за многие годы. Кроме того, я сомневаюсь, что ты все поймешь. Не случалось бывать в планетарии, что в имперском городе? Да, бывал. Именно там родилась эта идея. Мы создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля. А затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Важно то, что наша конечная цель — открыть нам источники огромной магической энергии. Исключительно для того, чтобы защитить Империю, разумеется. Конечно. И все-таки нам открылись только два места. Одно из них — ваша коллегия. Второе? Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Лабиринтиан? Итак, маг из Винтерхолда, несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Ну и ладно. Иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сирадил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Ты так долго пробыл тут, что свихнулся? Я? Я полагаю, что нашел тут больше, чем мог надеяться. Твои уловки не собьют меня с толку. Да ты психопат. Мы закончили? Да, мы закончили. А зачем рисковать? Тебе удалось немало сделать, но худшее еще впереди. Немедленно возвращайся в свою коллегию. Тебе придется действовать быстро. Прими вызов и узнай, на что ты годишься. Ты на верном пути, и ты победишь. Орден. Они помогают мне. Чертовы скоримские возчики! Пришлось угнать какую-то черную лошадь. Не знаю, как она там оказалась, и демонический взгляд ее. Но черт возьми, я наконец-то добрался! Что имели в виду пси-джики? Почему я должен спешить в коллегию?
Что здесь могло случиться? Я должен спешить. Я не знаю. Похоже на охранные чары, но кто их наводит? Анкана? Как? Мне все равно. Не знаю, что он там делает. Архимаг. Но это ему с рук не сойдет. Посох. Я знаю, где его найти. Отлично. Я бы предложил немедленно отправиться за ним. Но сейчас у нас есть более срочные дела. Анкана каким-то образом заперся в зале. Он что-то задумал. И я хочу его остановить. Поможешь нам открыть дверь? Мы уже все на ней испробовали. Мы должны узнать, что задумал Анкана. Что ты делаешь? Архимаг! Не знаю, что он там делает, но сейчас не время. Не знаю, что творится, но это надо... Анкано! Прекрати немедленно! Я приказываю! Не подходи к нему. Черт! Ты в порядке? Идти можешь? Что случилось? У нас тут беда. Я в порядке. Анкана что-то делает с этим оком. Мы его не можем остановить. Я не видела Саваса после взрыва. Должно быть, его отбросило. Возможно, он ранен. Найди Архимага как можно быстрее. Беги. Что же случилось? Со мной все будет хорошо. Мне нужно только перевести дыхание. Найди Саваса. Мирабелла, держись! Анкано! Я тебя достану! Я найду того, кто это сделал. Что произошло? Ты в порядке? Толдер? Что там случилось? Архимаг Арен мертв? Просто не могу поверить. Но у нас мало времени. То, что тут произошло, каким-то образом повлияло и на Винтерхолд. Беги туда и убедись, что там все в порядке. Я сделаю тут все, что смогу. Беги, беги. Что происходит? Я найду того, кто это сделал. Да, его уже начала земля забирать, походу. Что с городом? Что происходит? Что там случилось? Времени нет, мы должны защищать Винтерхолд. Мы пойдем с тобой, но когда все закончится, я потребую объяснений. У Архимага потребуешь, вперед! Кто вы вообще такое? Помирай быстрее! Слишком мало сил. Они не дают мне восстанавливаться. Больше их нет. Нужно пить зелье. У меня почти ничего такого нет.
Он не призывается. Ты что делаешь, придурок? Какого хрена тогда на меня нападаешь? Черт с вами, деритесь. У меня есть дела поважнее. Кретины. Мирабелла, держитесь. Да? Все в порядке? Винтерхолд в безопасности. Пока что. Хотела бы я сказать то же самое о нас. Мы с Толвдером попробуем продержаться. Тебе нужно получить посох Магнуса, и чем быстрее, тем лучше. Я сделаю это. Что? Это точно? Посох там? Да, это в лабиринте они. Это не может быть простым совпадением. О чем ты? Об Архимаге. Он дал мне кое-что некоторое время назад. Он сказал мне, что это из лабиринтиана, и что я пойму, что с этим делать, когда придет время. Я думаю, он хотел отдать это тебе. Не знаю, в чем дело, но это было для него что-то очень личное. Также, думаю, тебе стоит взять этот амулет. Он принадлежал Савосу, но я думаю, тебе от него будет больше проку. Возьми это и уходи отсюда. Принеси посох, прежде чем Анкана разрушит всю коллегию. Древнее кольцо Лабиринтиана. Держитесь, Мирабелла. Я скоро вернусь. Значит, дверное кольцо. Интересно, если я постучу, мне откроют? Сюда приходи. Что за черт?